Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Воскресенье. Опять я в своем огороде. У нас очень жарко. А пришла я, чтобы показать вам один томатик, который я высаживала самым последним, рассаду которого я купила в магазине. Вот, друзья, это моя тепличка. Остались вот еще парочку кустиков. Вот, друзья, такой томатик. Называется он ананас. Дал всего 3 плодика. Вот, сейчас я их все 3 сорву, так как кустик уже все. В общем, он у меня заболел самый первый. Я, скорее всего, рассада из магазина принесла вот эту, как сказать, мучнистую росу. Сначала у него листья были все вот в этой в белом налете, как мучнистая роса. Ну и потом тут, как говорится, понеслось по всей тепличке. Может, конечно, и не он виноват, так как у нас, я вам говорила, были постоянно дожди. Хоть и открытая была и форточка, вот, друзья, у меня она, сейчас я вам покажу, всегда и дверь открыта. Я вообще с самого сезона никогда не закрываю, вне зависимости, какая погода, какая температура. Так, сегодня у нас, вот, это теплица, друзья. Ой, господи, жарища. Но все-таки я рада, что жара, так как у нас на следующей неделе обещают всего 12 градусов и дожди. Если в Швейцарии начинают лить дожди, то это как минимум на неделю. Ну, а может даже и больше. Без, как сказать, беспросветно, без остановок льют дожди. И солнце практически не видно. Ну, в общем, друзья, я вам покажу, как у нас это начнется. А сейчас я хочу сорвать эти томатики, взвесить и разрезать, показать вам. А вот с того оранжевого, вот этого оранжевый, хочу взять семена. Так, ну что, сорвала я вот эти 3 плодика. Вот этот, я думаю, самый спелый. Вот, смотрите. А этот какой-то, я не знаю. Вот у него сверху уже началось тут или подсыхать. Скорее всего, может даже и подсыхать. Хотя здесь вот он треснул. Так как я уже давно не поливаю ничего в своей тепличке. Ну, кроме перцев, конечно. Там мне поливать нечего. Я жду, пока созреют остальные томатики и все. А еще, друзья, пока не забыла, сейчас поделюсь с вами радостью. Потому что я в своих видео всегда вам говорила и показывала, что у меня не получается редиска. Вот, наконец-то смогла вырастить свою редиску. Единственное, вот тут одну подъели слизни. Вот, друзья. То есть у меня начала созревать редиска. Так. Вот, чтоб мне не забыть вам похвастаться. Ну, эти кабачки уже я вам много раз показывала. Опять сегодня сорвала. В общем, сейчас предлагала соседке кабачок, не хочет. В общем, кабачки никто больше не хочет. В конце лета все ими объелись. Так, сейчас я, друзья, включу весы. Так, вот, ну-ка. Так, что-то тут они, а, вот все. Скорее всего, так, вам, наверное, отсвечивает. Подождите, я сейчас вот так вот поверну. Вот, наверное, видно. Так, давайте сначала самый спелый. Вот. 228 грамм. Ну и вот этот, который я вам сказала, такой какой-то он странненький, начал подсыхать сверху. Ну, сейчас мы его все равно взвесим. 366. Так. Ну и самый маленький. К сожалению, получилось всего 3 томатика. 228 грамм. Так, друзья. Ой, господи, жара. Так. Сейчас хочу я разрезать вот этот самый спелый. Попробую с него взять семена. Сейчас посмотрим, что там у нас внутри. И на вкус также, как он. Бирочку вот эту я вам уже показывала. Вот.
таким образом должны выглядеть эти томатики. Ну, по-моему, очень даже похожи. Отсвечивать, наверное. Вот так вот. Посадила его очень-очень поздно уже, когда они, уже мои томаты в теплице завязались. А вот этот я просто в магазине увидала и купила. Но, к сожалению, вот он у меня не получился. Только всего 3 плодика. О, на разрезе какой красивый. Смотрите. Вот. Ананас сорт. Купила рассадой в швейцарском магазине. Так, вот сейчас, друзья, попробую. Ну, неплохой, неплохой томатик. Да. Угу. Ну, что сказать. Нормальный томат, нормальный. Не вот вам ах, может быть, это у меня так. То, что он болел и, как говорится, не было у него достаточно питания. Ну, такой. Ничего особенного, ну и неплохой. Ничего не могу сказать плохого про него. Ну и хорошего как бы тоже. Особо прямо вот такого восхищения. Так, сейчас я подниму вам, друзья. От этого томата я не вижу. Ну, в общем, красивый, да, на разрезе. Выглядит хорошо. Но вот у меня, по крайней мере, такого восторга он не вызывает. Ну, семена все-таки я возьму. Есть семена немного. Вот, еще раз покажу. Вот, смотрите. Ну, пару семечек для себя, конечно, я смогу собрать. И попробую, может, другой год его посадить. Но не знаю, друзья, так как сказать. У меня столько этих сортов. И, как всегда, перед огородниками встает дилемма. Какой же сорт выбрать? Вот, буду очень тщательно сейчас. Все я для себя отметила, кто как в этом году себя проявил. И обязательно буду тщательно на следующий год выбирать томаты. Особенно для открытого грунта. Как бы в теплице почти все томаты получаются. А вот в открытом грунте не каждый, как говорится, себя хорошо проявляет. И поэтому вот для открытого грунта буду, наверное, очень, как сказать, тщательно выбирать. И уже проверенные семена. И проверенные сорта. Или, ну, больше, скорее, может, даже и гибриды. То есть на следующий год я все равно хочу, как и я в самых моих, вот как только у меня появился огород, я, конечно, очень много высаживала гибрида от партнера. И урожая было, просто завались. И все в комментариях писали там у других блогеров, что гибриды уступают по вкусу сортам. Ну, не знаю, друзья, это такой спорный вопрос. Я бы не сказала. Есть такие вкусные гибриды, что некоторым сортам до них очень-очень далеко. Ну, это еще, как говорится, пока рано об этом думать, но, тем не менее, задумываться приходится. Ну что, друзья, а на сегодня все. Показала вам свой томатик, вот, который у меня вырос, а точнее, не очень хорошо получился. Всего дал 3 плодика. Сорт ананас. Ставьте лайки, пишите комментарии, а мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня!